Здесь и сейчас встречайте главных героев нашего события «Газель ММ». Ну что ж, вот он процесс, который идет одновременно. 16 лет в городах России. 16 лет в городах. А не так, как раньше было по аналогу. Сейчас с помощью цифр мы можем управлять системами. Давай хоть посидим, да? Вот, ребят, смотрите, это сейчас новое сиденье, смотрите, стоит, какое оно, сколько куча регулировок, у него какой-то длинный, даже я сейчас присяду, наверное, сидеть. Оба. Подушка намного больше, плюс, смотрите, куча регулировок здесь, вверх, вниз. Ну, рулевое колесо тоже, говорят, обновленное, может быть, чуть поменьше оно стало. Ну, а так, ничего. Смотрите, даже здесь вот регулируется и туда, и сюда. Ручки, смотрите, появились. Да. Вас Валдайнекс просил на тест-драйв, не дали. Говорят, штраф по ГИБДД есть. Угу. Как связан штраф с тест-драйвом Валдайнекс? Думаете, вопрос. Остановят? Остановят, как бы, кто водитель, как бы, и машина-то какая? Валдай. Нет, я просто говорю, вот вы как бы вас остановят, так. И, соответственно, потом машина остановится, пока не заплатит штраф. Зачем мне эти проблемы? Так а при чем машина-то не моя? Какая разница? Водитель-то вы в этот момент. И чего? А машину-то как они могут изъять? Вопрос по штрафам был очень простой. То есть, как бы, погасите штрафы, приходите на тест-драйв. Так у меня 20 машин, там постоянно приходит что-то так. Значит, как бы штраф надо гасить. Ну, да, понятно. А как связано просто тест-драйв, что же, то есть штраф, они в сейф есть. Вы как водитель, так. Вы должны штраф погасить. Так. То есть если как бы у вас грубое не погашение штрафов, вы, соответственно, можете, вас остановят как бы, и скажут, ребят, гасите штраф, пока машина осталась в танку. Зачем мне эти проблемы? Это не может быть такого. Почему? Машина же не моей собственности. Какая разница? Водитель, вы в этот момент, вас отстраняют от управления. Так они не могут изъять ее. Они не изъемут, они ее поставят по штрафу на штрафтенку, пока вы не заплатите. Были штраф. Такие прецеденты. Были у вас? Такие прецеденты. У нас в Нижнем? Нет, не в Нижнем. Не у меня, как бы у другого дилера были, но такие прецеденты. Ну, я есть. Думаю, это уже, конечно, слишком. Уж, ну, слушайте, уж тест-драйвскую машину на штрафстоянку, как бы. Штраф ну, погасить ладно. Надо. В общем, погасите, дадите, да? Конечно. На бесплатно. Ну что, ребят, вот мы за рулем новой «Газель НН» на тест-драйв. Как ее заводить? Сцепление выжать. Ну, я выжил.
На нейтралке. Удерживайте кнопку. Завелась. Посмотрите, обратите внимание на новую комбинацию приборов. Как она шикарно выглядит. Тут у нас аналоговая панель комбинируется с электронной. Да, вот видите нашу машиночку, которая здесь стоит. А, тут, наверное, все регулируется вот так. Как выйти нам отсюда? Где кнопка ОК здесь? Сейчас. Окей, на правом. Вот это, да? На правом. Ага. Так, ну что, попробуем? Это не задняя. А чего это? Ну, я уж на ручке-то разучился. А, у нас ручник. Где он? Кстати, надо здесь... кнопку тормоза и да, на себя тяните. Кстати, у нас здесь электронный ручник уже стоит, смотрите. Нужно нажать на кнопку тормоза. Снялся? Нет. Все, снялся. Задняя передача в другую сторону. И кольцо на себя дернуть. Ёптель-моптель, блин. Машина застрахована? Должна быть. Так, мы нарушили с вами правила дорожного движения, бля. Не пристегнулись, бля. В общем, ребят, посадка стала намного комфортней. Сиденье, оно имеет такую подушечку большую. Поэтому сидеть на нем очень приятно. Куча регулировок. И мне даже с моим габаритами вполне удобно. Здесь у нас движочек Cummins 2.8. Солнечная система горит. Что это значит? То, что она работает. Она постоянно горит. Снимаешь? Ребят, здесь измененное рулевое колесо. Как вы видите, она с выключателями, с регулировками все же на руле. Раньше это было, но в каких-то других комплектациях. Тормоза дисковые спереди и сзади. Тормозит машина очень хорошо. Ребята, обратите внимание на новую панель приборов. Здесь есть место под стаканчики, под документы. Ну, это здесь, в принципе, так и было. Новая мультимедийная система с навигаторами. Со всеми вот этими вот. Вот смотрите, навигатор здесь есть. Ребята, здесь планируется, что будет активный круиз-контроль, контроль полосы, контроль слепых зон, круговой обзор, это на цельнометаллических газелях будет с помощью видеокамер. Ждем непременно. Вот это что за штука такая? Датчик дождя. Датчик дождя? У нас есть установлен, он уже у нас в базовой комплектации. Весом, да? А раньше на газелях не было такого, да? Раньше вот? На газоне не такое было сиденье. Не так здесь. Вот, ребят, смотрите, обратил внимание, сиденье здесь, оно подрессоренное, то есть оно здесь как на пружине, по кочкам очень мягко. На газоне тоже было, но там чуть-чуть оно отличалось, оно было жестковато. Здесь прям вот я очень плавненько так на нем скачу. Что,
Максимальная скорость 200. Кондиционера нету? Его нет. Вообще не будет его? Будет. На первых машинах пока нет. Ребят, коробка шестиступка, в принципе, переключается нормально. Коробка сделана, как мне сказали, с нуля. То есть это не пятиступенчатая доработанная. Едет нормально, движок здесь Каменс на этой машине стоит. Обратите внимание, отделка салона, обшивка уже другая, более такая симпатичная, на мой взгляд. Место для документов есть, место у нас здесь USB розеточки, которые закрываются. Давно это нужно было сделать. Ой, бля, сиденье, конечно, медленно. Муфтенек. Ставим на электронный ручник. Вот себе лампочка загорелась, значит, у нас все поставлено. Все, глушим, да? Ну что, ребята, встречайте новые Газели НН. Ну что, ребят, приступим к обзору. Смотрите, автомобиль получил совершенно новый внешний вид. У него новая морда. Сразу бросаются в глаза новые светодиодные фары. Соответственно, у нас идет новая решетка радиатора, новый бампер, новый капот. Выглядит автомобиль, конечно, серьезно. Ребята, обратите внимание, у нас даже туманки светодиодные здесь установлены. Теперь проблем передвижения ночью на этом автомобиле не будет точно. Также у нас громадная решетка радиатора, которая у нас смотрится очень брутально и агрессивно. Новый бампер. Ребята, новый капот здесь установленный. То есть автомобиль полностью преобразился. Внешнего вида изменения также коснулись и салона автомобиля. Самое значительное изменение, по моему мнению, это новое сиденье. Оно выполнено, у него более такая широкая сидушка, возможность куча всяких регулировок, и оно, обратите внимание, на подвесе, то есть оно амортизирует при движении. Есть рулевое колесо с функцией регулировки звука. Ну и, конечно же, здесь абсолютно новая панель приборов с мультимедийным экраном и разными функциями. Принципиальное отличие Газели НН от предыдущей — это переход от аналоговой системы управления к цифровой. А что это значит? Это значит, что здесь стоит коншина, которая собирает всю информацию о работе всех приборов с машиной и концентрируется это все в одном. Ребят, новый Газели НН — это большой шаг к беспилотным машинам компании ГАЗ. Все эти данные системы, которые могут установлены быть на этом автомобиле, в последствии итоге будут использованы и в беспилотных автомобилях «Газель». Ребят, несмотря на такую жару, презентация застоялась. Я первый раз участвую в таком мероприятии. В принципе, мне все понравилось. Понравилась новая «Газель». Конечно, это новый салон. Он стал намного лучше предыдущего, да. Магнитола, то есть джойстики, новая оптика. Теперь водителю не надо будет протирать глаза при езде ночью. То есть куча помощников, которые будут установлены в этом автомобиле. Но я вам скажу, у меня нет даже в своей легковой автомобиле, наверное, таких помощников. Здесь они уже будут все установлены. В принципе, все, что нужно для
для работы в этой машине есть, и здесь все установили. Большинство из вас, ребята, все ждали вот эту вот шестиступку, вот эту вот новую шестиступку, которая вам даст более экономичное вождение, которая сделает более экономичное вождение, соответственно, понизит расходы на вот эту вот эксплуатацию этой машины. Также, ребят, понравилось сиденье. Конечно же, на нем ездить намного удобнее, на нем оно более подходит для перевозки на дальние расстояния. Ну и плюс оно еще, вот видите, с амортизирующим эффектом, конечно же, будет работать в такой машине намного комфортнее.